У нас в стране и за рубежом широко известна продукция завода «Азовсталь». На этом предприятии рабочие и инженерно-технические работники всегда в поиске более совершенной технологии. Как члены своего коллектива встречают здесь доктора технических наук, профессора Наталью Александровну Воронову из Днепропетровского института черной металлургии. Группа ученых этого института под руководством Натальи Александровны разработала новый метод рафинирования чугуна. Ими найден путь ускоренного и дешевого производства высококачественного чугуна, свободного от вредных примесей. Эксперименты были проведены на опытной установке завода «Азовсталь». Особое приспособление со специальной смесью опускается в гигантский ковш с расплавленным чугуном. Проходит 4 минуты, и в 100 тоннах чугуна количество вредных примесей уменьшается почти в 20 раз. Новый чугун с маркой «Азовстали», несмотря на свою молодость, уже в почете. Ему присвоен знак качества.